Ассаламу алейкум. Я захожу в стендов. Стендов, то есть, короче. Буду снимать новое видео. Если что, можете написать в комментариях в следующий раз мне играть. Соревы, либо в союзники, либо в дуэльку. Сейчас я зайду поиграть, ну... Давайте пройду... Это вот это фрипас. Фрипас, что можно выполнить? Фрипас. Не, я не хочу. Лучше пошел-ка я в дуэльку собираю. Ну, инвентарь сейчас. Закладка бомбы P90. Ну, можно зайти. Ну, вот мой инвентарь. Я все продал. Аркану продал. Вот это крутанул рулетку. Вот, смотрите. Смотрите. Рулеточку крутанул. Вообще кайф. Напишите в комментах, вам нравится она. Если нравится, то пишите «да». Заходим. Закладка бомбы по 90, потом зайду в дверь. Если что, берите чаек, покушать что-нибудь и смотрите, как я играю. Если что, вот моя идея, если захотите, ну, пригласить мне друзья. Можем друзьями быть. Пожалуйста, добейте мне... Ну, подписчиков 20, пожалуйста. У меня 9 подписчиков, ну, 15. Просто вот сделайте как по-братски. Пожалуйста. Ну, короче. Короче, просто сделайте это. Пацаки, вы знаете то, что я видео снимаю? Мяу. Пацаны, извиняюсь за FPS, за лаги. Телефон после холода не разогрелся. Не согрелся. Просто я извиняюсь. Чел не успел увидеть, хотя. Сперва тут она играть не умеет. Так сейчас было. Обови, ной, я не знаю, как будет. Ну, блин! Капец просто! У нас еще трое? Ну, еще кайф тогда. Просто кайф нас трое. Не, ну четверо. Да, короче, вот так, вот так. Не так, не так, что. Ну, потому что, мне кажется, на раз-два затащим. Ножа нету, как вы видите. Могу 10к задонить, но не хочу, на 5 буду лепить. Ай, блин, ну и раскидышник флешек. Еще и чел вышел.
Ничего, просто заходите. Вон пацаны играют. Блин, реально раскидочник, это что? Капец! Блин! Это капец! Ничего не затащит, не затащит. Нет, он там светит. Ты чуть-чуть, но я хочу дуэль сыграть. Успею дуэль сыграть. Дуэль сыграть. Что дадут? Спасибо. Хотя бы здесь. Ну, можно в дуэль сыграть много раз? Можно мало. Вот есть такие люди, но которые донят и покупают ножи. У них подписчиков очень много. Вот когда вот человек не донит, ножи нету, скинов нету, почему-то вот просто никто не подписывается. Бомбарский. Убил, просто чел. Капец, я мазлу. Зима, ничего не видно. ФПС плохой. Зима. Жесткий. Ну капец. Раскидка на все 200.
Обласные. Блин, видите? Издалека, пацаны, видели? Че, блин. Понеслось. 34 хп. Вообще лютый кайф. Зверьте. Блин. Ема у него хп мало осталось. На авиках. На авиках он, наверное, лучше меня играет. Ема, это что? У него 100% прицел там где-то был. Так, прицелиться и убить. Ну ладно, пацаны, до каждого там этого, до каждого убийства не буду докапываться. Ну, уже дальше перевернуть. Дом вон кто. Королева. Только не мухи. Я не обоим. Зима. Ну ты чел. Ты не мог это хае давай закинуть? Ну пока меня убил. Пацаны, пока дуэль, короче, не выиграю. Ты должен. Я не буду это. Как это говорится? Если я эту дуэльку не выиграю, то зайдем уже в другую. Не, пацаны, ну если... Ой-ой-ой. Вот восьмой точно слил. Тем более на... Билетика. Пацаны, все, в дуэльку не захожу. О, зато вы повысите, вы себе уровень. Это ночь. Беда дня. И что мне дают? Battle Pass. Ну сейчас скроем кейси, говно выпадет, продам. И вам скажу пока. Пожалуйста, чтобы выпало нормально. Ну, вы согласны, что вот с эпиками русскими красивыми, мне кажется? Даже с легендой. Легенды будут говорить. Не хочу вот это уже успеть. Лучше вот это. Меня не задерживаю, открываю кейс.
Прямо руки тут не помню. Вот, выследуем. Всем пока, с вами был Ростик.